Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Опять вот это имя «Сущий», то есть Иегова Яхве. То есть это непроизносимое имя Бога. Оно как бы имеет два измерения, это имя, четырехбуквенное. Это «Сущий», Яхве, Иегова, это «Эхье, Ашер, Эхье». «Я есть тот, кто я есть». Вот в двух формах это имя было дано Моисею, а через Моисея еврейскому народу. «Я есть». Христос произносит непроизносимые имена Бога. Эти имена по еврейским законам того времени можно было произносить только в храме и только один раз в году, особенно вот это имя Сущий, Яхве, произносилось в день Йом-Кипур, судный день. И его произносил только первосвященник, входя во святая святых. И когда еврейский народ слышал это имя, то все падали ниц перед страхом этого имени. Христос выводит это имя на улицу. Он говорит рядом с храмом. Так он и сам есть Бог, который стал плотью.